В клубе территориального самоуправления «Мостовая Слобода» работает выставка детских рисунков. Работы выполнены учащимися детских школ искусств номер 12 и 32. Экспозицию решили приурочить к празднованию юбилея со дня основания Ульяновской области. Всего представлено около 100 работ. Портреты, натюрморты, пейзажи и аналитические жанры. Все рисунки выполнены в самых разнообразных техниках – акварель, гуашь, пастель, пластилиновая живопись. Хотелось бы привлечь детей талантливых, чтобы они были заинтересованы, чтобы они видели, что их работы выставляются, чтобы им было интересно этим заниматься. По словам организаторов, выставки в клубе ТОС «Мостовая Слобода» будут проходить регулярно, а лучшие работы будут поощряться и отправляться на областные выставки. Анна Тищенко, новости «Ульяновской правды».